Сегодня утром полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. На площади Ленина мужчина, управляя «Ладой 10-й модели», врезался в «Гранту», после чего скрылся. Пострадавшая сообщила об инциденте по телефону. Не прошло и четверти часа, как виновника аварии задержали на улице Солнечной. Тест на алкоголь показал положительный результат – 1,6 промилле. Несмотря на это, нетрезвый водитель десятки вины так и не признал. Я услышал 150 метров дистанции. И тем более у этого тормозного, у него фонари горит, блядь. Как вы слышали? То есть вы не виноваты в ДТП? Нет.